Захотелось снять небольшой сюжетик вот об этом месте. Камерный музыкальный театр, очень великолепный. Как сейчас, правда, не знаю, не был лет 6. Но самые теплые воспоминания о походах в него. И там вот в конце, вернее, в начале Галерной, вот Петропавловская шпиль ее. Тучки налетели, прикрыло. К сожалению, в прошлый раз билетов не было в мой приезд. Раскуплены были. Ну, что говорит об уровне театра, в принципе, в хорошем очень. И об интересе публики. Галерная 33, рекомендую. Если вы не сходили в оперу хоть раз в жизни, вы как бы немножко не в курсе, какие есть интересные площадки в Питере. То есть это старая классика, это камерная сцена, ну, практически дворцового такого типа, то есть великолепно все. Кухню мы выбрасываем, потому что про это вообще не думаешь. Ну и труппа, конечно, была феноменально живая. Ну и дальше там площадь труда и все остальное, в общем. Новая Голландия, в общем, все тут притык. Ну, сюжет о Новой Голландии делал, где она находится, вы знаете. Там мост. Мост, с которого я притопал, где я стрим закончил. Вот. Слева девушки красивые. Так, тут, кстати, останавливается троллейбус. Ну, фактически тут круг, как бы. Завершение маршрута. И выход, по-моему, сейчас метро Адмиралтейская. То есть можно зайти со стороны Медного Всадника посредине. Можно зайти отсюда, со стороны Адмиралтейской. Но я хочу перейти вот в кафешку, вон там на углу, где мы уже сидели неплохо. Поэтому заканчиваю трансляцию, ныряю в подземный переход.